еще иди. Здравствуйте. Костя, давно вот этот храм существует? Да. Сколько лет ему уже? Во всяком случае, лет, наверное, уже 10. 10, да? Да. Думаю, да. В стране-то вообще нет державы. Очень мало державы в Божьей Матери. А держава, которая молится. Угу. Вот так. Не, я просто не церковная, я не очень в этом разбираюсь. Так, вы что, хотели еще узнать? Ну, а здесь вообще народу много? Сначала, конечно. Много бывает, он да? Сначала был у нас вот тут. Вот. Потом начали тут девятиэтажный строить, вот, девятиэтажный. Было здание. Угу. Вот, когда-то была эта войсковая часть, потом епархии и тут все весь народ создали эту церковь. И тут у нас это было здание такое. Вот сейчас он остался от этого здания. Вот. Вот только вот это. Вот, вот это. А это была вся церковь у нас. Mm-hmm. Стали строить вот это здание. А церковь снесли? Конечно. Здание сказали, снесли, да? Сказали, что будут... Это в каком же году было? Во всяком случае, это значит, наверное, 2000, я так думаю, если этому 10-11 лет, в 2004-2003 вот так году. Угу. Сказали, что на это место построят, у нас даже есть часовенку такую, что, ну, такую, деревянную. И вот до сих пор строят. Денег у них нет. Понятно, так, снести легко. Да. И нам тут сразу же вот этот вагончик, столько трудов было. Да? Да, столько трудов было, что тут вот все это дело, так сказать, что вот это все сделать. Угу. Но нам тут сказать не очень, конечно, зимой у нас холодненько, но мы топим, все время печь топим. А какая печь у вас тут? Ой, как у вас всех вагонах, вот вид с трубы. Вид с трубы, вот, вон труба. Все отапливается, день и ночь топим. Так что вот. Дровами? Дровами. Дровами. Дров заготавливаем уже сколько вот в этом сарайчике у нас. Так что вот. Ну да. Мы приехали специально из Москвы посмотреть на ваш храм. Да. Да. Я туда могу пройти? Конечно. Это алтарь, да? Да. На восток, да? Да. Спасибо вам большое. Пожалуйста. До свидания. До свидания.